Thank you very much, everybody. Good day, man. This is Sparta! Of our, sorry, I'm going to start over. I'm going to start at I Will Contrast. Hey, get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. What do you think, Gibbs? That is very good. It's on, it's right there. It's right there. You want to film that? There it is. Минуты проходит траурная процессия. Из госпиталя в президентский дворец везут гроб с телом первого темнокожего президента ЮАР Нельсона Манделы. Первая официальная панихида прошла накануне на многотысячном стадионе в пригороде Йоханнесбурга. В ней приняли участие больше 100 политических лидеров мира. Не обошлось, правда, без скандала. В прессе осудили других политиков за чрезмерное веселье во время церемонии прощания. Критики подвергли президента США Барака Обаму, британского премьера Дэвида Кэмерона и премьер-министра Дании Хели Торнинг-Шмидт. Вместо того, чтобы слушать речи о Нельсоне Манделе, они пополняли ленты своих аккаунтов в Инстаграме. Фото политиков в стиле селфи разлетелось по сотням мировых газет, ну и, конечно, по интернету. Напоследок о кино. Из американского фильма «Сын Божий» вырезали сатану. Продюсеры решили отправить дьявола в мусор из-за того, что образ его многим зрителям напомнил президента США Барака Обаму. Дьявола в фильме играл марокканский актер, и его реакция на случившееся пока неизвестна. О сходстве Мехдиау за ней американского президента блогеры заговорили давно. Некоторые даже предположили, что создатели ленты решили поддеть Обаму таким образом. Впрочем, авторы картины эти обвинения отрицают и готовятся к выходу фильма в свет. Извините, господин президент. Итак, сегодня... Господин президент, вы верховный главнокомандующий. Вы можете закрыть Гуантанамо прямо сегодня. Эта тюрьма существует уже 11 лет. Ее существование незаконно. Позвольте мне договорить, мэм. Это очень важно. Итак, сегодня... Более 100 человек участвуют в голодовке. Этих людей довели до отчаяния. Итак, сегодня в очередной раз... Вы верховный главнокомандующий. Вы можете закрыть Гуантанамо. Мэм, я как раз собираюсь об этом сказать, но нужно, чтобы вы позволили мне сделать это. Я как раз собираюсь осветить эту тему. Можете освободить. Дайте мне об этом сказать. 86 заключенных, по которым ваше правительство вынесло решение об освобождении. Присядьте, а я расскажу вам как раз о том, что намерен делать. И в их числе 56 граждан Йемена и Шаки Рамер. Мэм, спасибо. Позвольте мне закончить. 86 из них уже были сочтены властями США, не представляющими опасности. Освободите их сейчас. Можете ответить, почему с беспилотника убили 16-летнего Абдурахмана Аль-Авлаки? Когда мы... Так мы должны обращаться с 16-летними подростками. Вы можете нам рассказать, почему убили Анвара Аль-Авлаки? Можете ли вы сказать мусульманам, что их жизни так же важны, как и наши? Можете ли вы вывести беспилотники из подчинения ЦРУ? Можете ли вы прекратить удары по предполагаемым террористам, совершаемые под предлогом их подозрительной деятельности? Мы занимаемся этим вопросом, мэм. Не хотите ли вы извиниться перед тысячами мусульман, которых вы убили?
Выплатите ли вы компенсации семьям невинных жертв? Я люблю свою страну, люблю принцип верховенства закона. С беспилотниками для нас стало опаснее, а не безопаснее. И бессрочное содержание людей в Гуантанамо без предъявления обвинений тоже делает нашу жизнь опаснее. Соблюдайте принцип верховенства закона. Ведь вы специалист по конституционному праву. Мой гость сегодня — это Барак Обама, президент Барак Обама. Рад встрече. Первый вопрос. В 2013 году вы помиловали индейку. Что вы запланировали на 2014 год? Скорее всего, мы помилуем еще одну индейку. Мы делаем это каждый день благодарения. Вам было тяжело смотреть на эту живую индейку? Наверное, потому что эту индейку вы точно не сможете съесть, да? Что мы должны делать насчет Северной Икеи? Корея. Следующий вопрос. Хочу узнать, каково это быть последним чернокожим президентом? Серьезно? А каково это последний раз разговаривать с президентом? Это, наверное, фигово, что вы не сможете остаться на третий срок, ведь да? Нет, вообще-то я считаю это хорошей идеей. Третий президентский срок — это как третий мальчишник, только куда лучше. Вам, наверное, будет тяжело уйти с поста президента, ведь люди перестанут подаваться вам в баскетболе. Сложно, наверное, когда не получаются трехочковые. У меня только одно очко. Мне хватит. Я нажму, хорошо? Не трогайте, пожалуйста. Спасибо за интервью. И за то, что разрешили здесь снимать наше шоу все эти годы. Вы снимали здесь? Это шоу? Здесь, в Белом доме? Кто вам разрешил? Буш. Серьезно? Кто их сюда пустил? Аккуратней, укус. Getting ready for basketball, North Carolina and Michigan State. The number one team of the nation, the North Carolina Tar Heels, as the Commander-in-Chief, President Obama, continues to meet and greet people and members of the military. Визит Барака Обамы в одну из американских школ обернулся курьезом. Это видео вышло в числе самых популярных в сети. Образцовое учреждение для визита президента отбирали из тысячи других. Победила школа в Мичигане. Но впечатление в итоге испортил школьник, уснувший прямо во время речи Обамы. Президент делился с выпускниками секретом успеха, но мальчику личный опыт Обамы показался неинтересным. Школьник был так утомлен выпускными экзаменами, что пропустил почти половину президентского монолога на виду у телекамер. I'll be back. Okay. Остановись. Браво. Во время своей поездки в Америку в Твиттере ты написал, что ел гамбургеры и картофель фри. Ну так вот, я тоже их ел. Но когда я ем свои гамбургеры, я смотрю в оба. И от тебя требуют того же. А ты заметил, что было написано на футболках у тех, кто продавал тебе гамбургеры? Как ты считаешь, это была случайность? Я так не считаю. Я спланировал контратаку на президента Америки. В следующий раз, когда Барак Обама приедет в Москву, пригласи его в самый задрипанный ресторанчик. Найди самых страшных официантов
И пускай они обслужат Барака Обаму в футболках с надписью «Хрен тебе!». Это будет достойным ответом на американскую провокацию. Я, как всегда, на связи, сержант Медведев. Звони. Если я стану исполнять нелегитимные приказы, что тогда? Я могу попасть под суд военного трибунала, а если меня захватят в плен, то я не попадаю под защиту Женевской конвенции. Стефан Кук является майором, и он уже служил в Афганистане, он служил в Центральной Америке. Он написал мне о том, что он бы хотел, чтобы я его представляла. Орли Тайтс – адвокат частной практики города Лос-Анджелес. Именно она представляет интересы вот уже 200 военных, которые не желают подчиниться приказам верховного главнокомандующего Обамы. Вместе со своими друзьями, отставными сыщиками из Скотланд-Ярда, она провела независимое расследование и утверждает, что Барак Хусейн Обама – самозванец. А вот и главное доказательство – якобы подлинное свидетельство о рождении. Как утверждает Орли Тайтс, этот документ ей удалось раздобыть в Кении. В нем четко написано: «Младенец Барак Хусейн Обама родился 4 августа 1961 года в Кении». По американским законам это означает только одно – Обама не может быть президентом страны. Ведь согласно Конституции США, высший пост в стране может занимать только коренной житель Америки, то есть тот, кто в ней родился. А значит, все приказы, указы и распоряжения недействительны. Проблема в том, что нет удостоверения, нет свидетельства о рождении, которое было выдано Обаме в 61 году. Все, что Обама показывает публике, это удостоверение, которое было сделано, копия, которая была сделана в 2007 году, когда он начал баллотироваться. Свидетельство 2007 года, о котором говорит адвокат, это тот документ, который был обнародован прямо перед началом предвыборной гонки. В нем написано: «Барак Хусейн Обама родился 4 августа 1961 года на Гавайях». Гавайи – это один из штатов США. Раз так, значит, Обама может баллотироваться в президенты. Но, по мнению Орли, это публичное свидетельство просто подделка. Настоящий же документ хранится в Кении. Чтобы выяснить правду, адвокат Тайтс в рамках дела майора Стефана Кука попросила суд отправить запрос в Кению и подвергнуть документы президента Обамы экспертизе. Вместо этого судья вынес странное решение – отменить мобилизацию майора Кука. Пока адвокат Орли Тайтс занималась проверкой документов Барака Обамы, ей удалось выяснить еще более шокирующие вещи. Оказалось, что у Барака Обамы несколько десятков поддельных удостоверений. И мы нашли в датабазах, известных датабазах, которыми пользуются адвокаты и расследователи, 140 различных адресов по всей Америке, которые были связаны с именем Барак Обама, Барри Обама, Мишель Обама. Мы нашли, что удостоверение личности, которым он пользуется, было выдано человеку, которому сегодня было бы 120 лет. Пытаясь найти справедливость в самой демократичной стране мира, инициативная группа американских военных попыталась обратиться в средства массовой информации. Но, к их удивлению, даже оппозиционные газеты и телеканалы отказались делать репортажи на тему нелегитимности Барака Обамы. Они считают, что так происходит потому, что американскую оппозицию спонсирует исламский мир, который и привел Обаму к власти. Почему даже Fox News отказывается обсуждать этот вопрос, проблему легитимности? Fox News, как вы знаете, частично принадлежит Саудовской Аравии и подвержена значительному влиянию со стороны мусульман. И поскольку Обама мусульманин, это было подтверждено, налицо большой обман. Нил Тернер тоже военный, правда бывший. Он майор в отставке. 20 лет назад Тернер служил в ВВС США и был военным летчиком. По его словам, президент Барак Обама мусульманин, хотя официально заявляет, что христианин. А доказательство — поклон, который он сделал королю Саудовской Аравии Абдулле II,
во время своего визита в эту страну в январе 2009-го. Это опять-таки неслыханно, чтобы президент Соединенных Штатов Америки шел с поклоном королю, и тем более королю Саудовской Аравии. Противники Обамы пытаются найти все новые доказательства того, что на самом деле он исповедует ислам.